на конкурс. Дети читают стихи. Стихотворение про мамочку читает Гафиатуллина Зарина и Халиуллина Инзиле. Автор неизвестен. Наступает момент важный, наступает женский день. Знаю, мама очень любит возы, маки и сивень. Только в Мальте нет сивени, воз и маков не достать. А ведь можно на листочке все цветы нарисовать. Приколю картинку эту я на мамином столом. Рано утром маму дорогую обниму, поцелую и поздравлю женский днем. Мамочка милая, я тебя люблю, и сегодня для тебя песенку спою.